Партнер проекта – группа компаний «Юрпроф». Весь спектр юридических услуг. Телефон 75 13 63. Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двоих подростков, которые на детской площадке ограбили сверстника. Потерпевшего ударили по голове и забрали мобильный телефон. После нападения он все рассказал матери. Она обратилась в полицию, и злоумышленников задержали. Где вы поясните, куда мы прибыли? Мы прибыли на место преступления на Курском 5. Обвиняемый Сергей почувствовал свою безнаказанность. До этого случая он несколько раз грабил своих друзей и просто случайных прохожих, забирал мобильные телефоны и уходил. Но на этот раз он был в компании с Виталием. Оба были пьяными. Они пришли на детскую площадку и стали требовать деньги у потерпевшего Владимира. Потом я к нему подошел, попросил у него 100 рублей. Он мне как бы отказал. Потом попросил еще раз, он сказал, что у него нету. Я ему сделал удар ноги вот так вот под бородок. Затем Сергей схватил подростка за шею. В этот момент Виталий обыскал карманы потерпевшего и нашел мобильный телефон. С какой целью вы телефон у него-то отобрали? Ну, мы были в состоянии алкогольного опьянения, мы хотели выпить еще. Вот, сходили в ломбард, сдали телефон, взяли пиво. После нападения подростки-грабители продолжили пивной банкет, но вскоре были задержаны. Кроме данного факта, как было установлено, Сергей неоднократно совершал грабежи в отношении своих сверстников, то есть несовершеннолетних. А Виталий до совершения данного преступления привлекался по уголовному делу за незаконное хранение и приобретение наркотических средств в крупном размере и находился под домашним арестом. В итоге Виталию изменили меру пресечения на заключение под стражу. Сергея оставили под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Михаил Вагин, место происшествия.